Здравствуйте! В эфире информационная программа «Губерния». С событиями, происходящими в регионе, вас познакомят наши корреспонденты и я, Сергей Веселов. И сейчас коротко о главных темах выпуска. Тот же Ил-76, только лучше. На северном аэродроме пополнение. Но это не последний самолет. У завода большущие задачи. Модернизированная модель. Чем отличается усовершенствованный борт от предшественников? Вернулся домой 74 года спустя. Нашли-то его с гранатой и очень много-много гильз. То есть, видимо, шел активный бой. Он погиб под Киевом. Как поисковикам удалось определить имя бойца и кто его ждал в Юже? Как избавиться от Платона? Какая угроза нависла над дальнобойщиками? Потому что если разорится человек, значит, ему надо где-то предоставить работу. Что водители большегрузов хотят рассказать президенту? 12 месяцев. Кто решил заняться озеленением газонов в декабре? И какие озимые посеяли на Садовой аллее? Российская воздушно-транспортная авиация получила первый борт модернизированного Ил-76. Он был разработан в рамках госпрограммы. Накануне Ульяновский завод передал самолет заказчику – Министерству обороны. Сегодня Ил-76 МД-90А приземлился на аэродроме Северный. Продолжит Татьяна Прокопенко. Транспортной авиации день знаменательный. Последний раз модельный ряд самолетов-транспортников пополнялся более 20 лет назад. Разработкой новой модификации Ил-76 занялись в 2006, после того, как производство авиагрузовика было перенесено из Ташкента в Ульяновск. По данным российской газеты, проект получил кодовое название 476, а работа над глубокой модернизацией самолета заняла 5 лет. И вот военно-транспортная авиация принимает первый борт. Он передан Ивановскому центру боевого применения и переучивания летного состава. Это не последний самолет. У завода большущие задачи. И ближайшая задача – это до конца этого года сдать еще один самолет. Я надеюсь, что он в январе уже будет тоже здесь, на вашей базе. Несмотря на внешнюю схожесть, эта модель значительно отличается от предшественника. Это и измененная конструкция крыла, и так называемая стеклянная кабина, то есть панель кабины пилота, включающая в себя электронные дисплеи вместо привычных аналоговых приборов. И новый цифровой автопилот. Усовершенствованный ИЛ оборудован двигателями, которые дают воздушному судну большие возможности. Двигатель соответствует всем нормам МКАО по шуму, по эмиссии и позволяет самолету летать по всему миру. Вот такие же самолеты эксплуатируются в двух авиакомпаниях в Волго-Днепре и в азербайджанской компании. Они летают по всему миру, что самолеты Ил-76 МД на сегодняшний день сделать не могут. По контракту с Министерством обороны авиационный завод для военно-транспортной авиации до 2020 года выпустит 39 таких бортов. Впрочем, новый Ил-76 МД-90А является базовым вариантом. На его основе будут разработаны и запущены в производство топливозаправщики, воздушные суда для тушения пожаров и даже самолеты гражданской авиации. Мы возлагаем большие надежды на эту машину, потому что машина – это основа целого типа ряда самолетов, на базе которого будут строиться авиационные комплексы последующих поколений. Первый борт для ВТА, прибывший на Ивановский аэродром Северный, носит имя Виктора Ливанова, легендарного авиаконструктора, бывшего руководителя Ильюшинского авиакомплекса. Татьяна Прокопенко, Денис Железов, программа «Губерния». 3 декабря страна отмечает День неизвестного солдата. В Юже центральным событием стало перезахоронение останков пропавшего без вести под Киевом еще в начале войны красноармейца. Николай Дунаев, уроженец Ивановской области, через 75 лет вернулся на родину. Какие неизвестные страницы истории удалось приоткрыть украинским поисковикам? И кто ждал солдата с фронта? Из Южи репортаж Юлии Михайловичевой. Николай Дунаев в армии был призван Южским военкоматом 9 мая 41 года. На фронте 20-летний парень был стрелком, а в августе рядовой уже числился без вести пропавшим. Только спустя 75 лет стало известно о его судьбе. Красноармеец был найден поисковиками Украинского фонда «Память» в сентябре в районе села Юрьевка Киевской области. У нас 30 тысяч воинов числится пропавшим без вести. Сотни семей до сих пор обращаются в поисковые отряды с
предложить с просьбой что-то найти о своих близких и своих родственников. Мы каждое событие вот такое, когда находит, это воспринимаем близко, принимаем близко к сердцу, как вот нашу живую историю. Родственники солдата, две его племянницы, до сих пор проживают в Юже. Для них новость о находке стала неожиданной и счастливой одновременно. Старшая Ольга говорит, помнит те события по бабушкиным рассказам. Она тогда постоянно плакала и непрестанно молилась. И только спустя более полувека мечта вернуть сына на родину сбылась. Его перезахоронили рядом с матерью, в ее же могиле. За одной оградой и вся остальная семья – отец и старший брат. В этой же деревне родился отец мой. И понимаете, вот это вот все родное, это наш род. Как можно было там его оставить? Вот. Но я понимала, что это Украина, Киев. В стране сейчас очень неспокойно по этому поводу. Как это все будет? И вы знаете, в такое время, даже экономическое сложное, наше государство пошли навстречу. Сложности были не только в переправе останков через границу. Часть амуниции так и не передали в Россию. Они попали в музей Украины. Как сообщили родственникам, там была фляжка, вилка, кожаный ремень и боевое оружие. Кто нашел его, это Андрей Пулин, киевчанин. И вот он даже сказал, вашему дяде пух, пусть пухом будет земля, поскольку это был храбрый человек. И нашли-то его с гранатой и очень много-много гильз. То есть, видимо, шел активный бой. Сохранились документы, личные и военные. В Юже сейчас хранятся копии. По записям Николая Дунаева восстановили частично маршрут. Вот выписки из дневника. 21 июня выехали на Луцк. 29 числа находился у города Владимира-Волынского, где ходили в бои. Движемся на восток, и сам не знаю куда. Штабы соединений и даже частей абсолютно не знают, что делается на фронте, и в своих донесениях врут о положении подразделений и частей. Это была одна из последних записей. Сегодня не только родственники, но и жители Южа почтили память героя, павшего в бою, своего земляка Николая Дунаева. Ну, это долг, просто, наверное, просто человеческий долг. Понимаете, он сражался, чтобы мы сегодня стояли с вами, общались, улыбались, чтобы мои дети росли и соседи дети росли. Это тоже участие моего дяди. Я счастлива за то, что такой дядя у нас. Юлия Михайловича, Антон Осипов, программа «Губерния». Сегодня в Иванове возле мемориала героям фронта и тыла вспоминали ивановцев, чьи могилы остались неизвестными для близких и родных. Имя его неизвестно. Останки нашего земляка, служившего в 235-й стрелковой дивизии, отдавшего жизнь под Псковом, были захоронены здесь, на Шереметьевском проспекте, в мае прошлого года. Сегодня представители всех ветвей власти, общественники и просто неравнодушные люди почтили память таких безымянных героев. Вспоминали не только тех, кто отдал жизнь за страну и Великую Отечественную, но и тех, кто погиб во время других военных конфликтов. Это день нашей благодарности живущих сегодня тем погибшим героям, которые, к сожалению, на могилы которых не могут прийти близкие и родственники, и их потомки. В Иванове задержан криминальный авторитет по прозвищу Ика Мартвильский. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Это было сделано оперативниками управления уголовного розыска регионального ОМВД и их коллегами из Москвы. Силовики совместно пресекли сходку лидеров криминальных структур. Она проходила в одном из ивановских бильярдных клубов. У местного 32-летнего вора в законе при личном досмотре обнаружили около 3 граммов амфетамина. Было возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических средств. Обвиняемого в убийстве женщины и похищении ее малолетней дочери будут судить. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела. Напомним, трагедия произошла этим летом в деревне Лбово Гаврилово-Посадского района. 32-летняя мать с 3 детьми приехала в район на летний отдых. 12 июня к соседям прибежали сыновья женщины. Мальчики 6 и 8 лет. Сообщили, что их маму убили. Полиция обнаружила тело с ножевыми ранениями левого предплечья и живота. С места преступления злоумышленник увел 9-летнюю дочку убитой. В совершении преступления подозревали ранее судимого за воровство безработного Валерия Коныгина, 50 лет. Кроме оперативных служб, в поисковой операции участвовали волонтеры и парапланеристы. За информацию о ребенке объявили вознаграждение в 500 тысяч. Рублей. В итоге девочку нашли спустя сутки в соседней деревне Козлова. На допросе задержанный признался, что пришел к женщине ночью 12 июня пьяный. Она пыталась его выгнать. В ответ он нанес 3 удара ножом и скрылся с дочерью потерпевшей. За убийство и похищение обвиняемому грозит многолетний срок заключения под стражей, либо пожизненное.
Вчера вечером в Иванове стреляли. На 8-й за вокзальной улицей неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов по автомобилю «Мерседес». В результате 47-летний водитель получил легкое касательное ранение головы, но от госпитализации отказался. По факту стрельбы полиция проводит проверку. По нашим данным, покушение было совершено на ИСУ Идиль Султанова, представителя главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в области. Буквально через пару минут вы узнаете, докатится ли антикризисное настроение до столицы и как человек отплатил собаке за верную службу. История ивановского хатика во второй части выпуска, сразу после короткой рекламы. Вы смотрите программу «Губерния». Часть ивановских дальнобойщиков поедет в Москву на легковых машинах. Сегодня местные активисты и противники системы «Платон» обсуждали планы поездки и дальнейшей антиплатоновской деятельности. Правда, на этот раз вольнодумцев было на порядок меньше, рассказывает Сергей Хохлов. Да, нас мало, но это ни о чем не говорит. Вся связь и координация через социальные сети. За время противостояния с пресловутым «Платоном» сформировалась некая размытая и поэтому неуловимая структура. Мотив этой работы не исчез. «Платон» по-прежнему ставит малый транспортный бизнес на грань исчезновения. Активисты из числа дальнобойщиков говорят, что «Платон» состоит из двух половин. Одна половина надуманная, другая непродуманная. Работает чуть хуже, чем никак. Из уст в уста ходят истории, как с одного и того же клиента платеж взымался по нескольку раз. Рождаются в народе и схемы обхода этого дорогого нововведения, но это скорее легенды. Александр Алексеенко рассказывает, что жировой слой у дальнобойщика уже в доплатоновские времена был очень тонкий. Любая серьезная поломка на трассе могла убить финансовый смысл ходки. Новый платеж окончательно ломает хребет. Он не способствует развитию производственных отношений. Он не способствует тому, чтобы общество развивалось. А наоборот, будут социальные напряженности, потому что если разорится человек, значит, ему надо где-то предоставить работу. Разговоры о рублях за километр рано или поздно переходят на политику. О том, кому конкретно эта система играет на руку и вмешается ли в ситуацию, президент. По крайней мере, в сегодняшнем послании ничего о дальнобойщиках не было. Мы все ждем. Может быть, обратит на нас внимание все-таки. Мне кажется, может быть, он ничего не знает просто как бы. Еще ничего не знает. Ивановские дальнобойщики предполагают присоединиться к забастовке в Москве, несмотря на предупреждение со стороны правоохранительных органов. Говорят, что поедут на легковом транспорте и вовсе не из соображений маскировки. Из цели экономии, потому что мы уже простояли с 15 числа 2 недели. То есть денег у нас как бы ограничено, и то есть смысла пока не видим, чтобы ехать там на фурах. В качестве вероятного исхода люди называют победу «Платона» над мелкими перевозчиками и их переход под крышу к более крупным компаниям. Чем это противостояние закончится, не рискует сказать никто из них. Сергей Хохлов, Кирилл Маршов, программа «Губерния». Фестиваль уникальных людей. Так называется молодежный форум, который состоялся сегодня в ЦКИО. Мероприятие было посвящено Международному дню инвалида. Подробности далее. Настоящий праздник. Не только по названию, но и по царящей атмосфере. Участники фестиваля уникальных людей веселятся от души. В одной компании и здоровые ребята, и дети-инвалиды. Вместе. Ограниченные возможности здоровья – это не препятствие для общения. Анастасия Непова пришла на фестиваль вместе с сыном. Говорит, никогда не упускает возможности посетить подобные мероприятия. Не для веселья. Это важный фактор для социализации ее сына. Мой сын, он самостоятельно не ходит и не разговаривает. Поэтому у нас получилось надомное обучение в школе. И контактов с ровесниками у него достаточно мало. Поэтому я стараюсь с ним ходить на все мероприятия. Я вижу, что ребенок с возрастом, он становится более отзывчивый на эти мероприятия. Ему нравится, он веселится, он смотрит на других детей, он пытается с ними общаться. Для нас это очень важно. Сейчас довольно много говорится об интеграции инвалидов в общество, о создании безбарьерной среды, о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья. Однако на бытовом уровне все не так радужно. Например, устройство ребенка-инвалида в школу – это всегда стресс для последнего. Участники фестиваля уверены – здоровых людей надо учить обращению с инвалидами. И начинать как раз с детей, ведь это самая непримиримая категория. Есть некоторые, которые издеваются над ними, а есть некоторые, которые заступаются и помочь хотят, и жалко. Но некоторые люди не очень хорошо относятся. Я потому что тоже раньше не понимала, все смеялась, а потом
просто поняла то, что это не смешно. Взять, поставить их на мое место тоже неприятно было бы. Трудно не только в общении. Родители детей-инвалидов довольно часто обращаются за помощью к уполномоченному по правам ребенка в Ивановской области. Например, вот по такому вопросу. С 1 января вступило в силу новое положение об установлении инвалидности. Согласно этому документу, многие инвалиды, в том числе и инвалиды детства, перестали считаться таковыми. Здесь нужно понимать, что вся нормативная база у нас привязана как раз вот к этому слову «инвалид». И медицинское обслуживание, я имею в виду, конечно, медицинское обеспечение лекарствами, реабилитация, они как раз на льготных условиях или бесплатно оказываются детям-инвалидам. Поэтому, конечно, те, кто не получают этого статуса, сразу теряют мощную социальную поддержку от государства. Но сегодня о проблемах, если и говорили, то совсем немного. Все-таки праздник. Детей-инвалидов, участвовавших в региональных творческих конкурсах, наградили призами, а затем устроили масштабный концерт. Всего в фестивале приняли участие около 700 ребят. Сергей Веселов, Виктор Иванов, программа «Губерния». Очередная история о бесконечной верности четвероногих и человеческом непостоянстве. Обменяв дом на квартиру, хозяйка забыла пса, который несколько лет сторожил ее жилье. Она просто заперла калитку и бросила животное на произвол судьбы. Подробности в репортаже Натальи Горюновой. Жители проспекта Текстильщиков этого пса, иначе как Хатику, уже и не называют. Четвертую неделю он сидит возле своего дома и ждет хозяина, который сюда уже не вернется. В почтовом ящике неоплаченные квитанции с задолженностью в месяц. Калитка заперта, во двор попасть невозможно. Во второй половине дома тоже давно никого нет. Пес сидит в нескольких метрах от оживленного проспекта и не отлучается даже на минуту. Видимо, боится пропустить возвращение любимой хозяйки. Хозяйка уехала, обменяла дом на квартиру. Живет она где-то около магазина «Текстильщица», 97-й магазин в этом районе. А собаку бросила? Она вызывала ветеринар, а он на цепной у нее, собака на цепи все время была. И ветеринар не стал делать укол. Усыплять? Усыплять, да. Потому что она рвала у нее, с цепи рвалась. Вот. И она ее не знала, что ей делать, звонила им в МЧС, как она мне сказала. Но, видите, вот результат не приехал, никто ее не забрали. Кто-то принес подушку, кто-то мягкое сиденье от стула и картонную коробку. От гостинцев ивановский Хатика не отказывается. Рад и корму, и каше, и даже пустым макаронам. Но гораздо больше ласковому слову. Он охотно идет на контакт, играет и с надеждой заглядывает в глаза. На шее хорошо заметный след от ошейника. Был отличным сторожем. Зубы в порядке, собаке всего года 4 от силы 5, говорит Светлана, которая живет неподалеку и несколько раз в день навещает местную знаменитость. Его очень жалко. Бедный маленький такой собак. Ну, не маленький, но вот бедная собака. Он не злой, он очень добрый, с ним можно общаться, он контактный. Ну, вот такая у него судьба, вот как Хатиков, только в современном варианте. То есть, скажешь лежать, он лежит, он такой послушный, то есть, не агрессивный пес. И очень жалко. К себе нет возможности забрать? У меня две собаки. И мы живем в квартире, к сожалению. Светлана готова помогать материально смельчаку, который попытается стать псу новым хозяином. Надежда, что у прежней владелицы, найти которую в принципе не составляет труда, проснется совесть, ни у кого уже не осталось. Наталья Горюнова, Иван Сахаров, программа «Губерния». Сказка про 12 месяцев от ивановских благоустройщиков. На Садовой аллее скоро наступит весна, ведь там начались озеленительные работы. Вот как это выглядит. Слой снега, а сверху насыпали почву и разбросали семена. Обмануть получилось даже пернатых товарищей, которые отложили свой зимний отпуск в теплых странах. Такая картина наблюдается не на каком-то отдельном клочке земли, а по всей аллее. Остается непонятным, почему для подобных работ была выбрана не весна и не лето, а именно декабрь месяц. Чью мудрую голову посетила мысль засевать травой в это время года – загадка. И каких всходов надеются дождаться. Если вы стали очевидцем какого-либо интересного события, звоните на нашу горячую линию 58 77 77. О метеопрогнозе прямо сейчас вам расскажет Дарья Трифилова. А у меня на этом все. Я с вами прощаюсь. Удачи и хорошего настроения. Циклон вновь побеждает зону высокого атмосферного давления, а заодно и принесет с собой массу теплого воздуха, что вновь серьезно повлияет на погоду. Все подробности через считанные секунды.
Ресторан «Шафран» поздравляет всех гостей и жителей Иваново с наступающим Новым годом и Рождеством и приглашает вас отведать изысканные блюда, приготовленные на открытом огне в уютной атмосфере тепла и гостеприимства. Принимаем заказы на новогоднюю ночь. И о погоде. Зона низкого давления, теплый воздух, а значит будет сыро, облачно и плюс на наших термометрах. Ночью в Иванове и области облачно, небольшой снег. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха минус 1, минус 3 градуса. Днем облачно, небольшая гололедица, осадки. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 0, плюс 2 градуса. Дальше с каждым днем будет только теплеть. Погода уйдет в плюсовые значения и ночью, и днем. В начале следующей недели синоптики даже видят на термометрах невиданные для начала зимы 9 градусов тепла. О погоде на этом все. Спонсор прогноза погоды – торговая компания «Элиот». «Элиот» – надежная техника для практичных людей. Дарите любимым лучше в «Элиоте». Стиральная машина «Электролюкс» с вертикальной загрузкой белья до 6 килограммов. Всего 21 777 рублей.